друзья, сегодня был очень классный, крутой, быстрый фокус с картами без подготовки. Я могу сделать две версии, одна из которых будет сложная, вторая версия будет простая. Поэтому абсолютно каждый, неважно, это ты продвинутый, либо ты новичок, ты сможешь взять и повторить этот фокус. Ребят, у нас уже обучение, это реально очень классный, крутой фокус с картами, поэтому давайте прямо сейчас поставим лайк, подпишемся на мой канал и напишем ваше мнение в комментарии о данном фокусе. Как я говорил ранее, я вам покажу и объясню целых две версии этого фокуса. Первую версию вы уже видели, это более сложная версия. И есть вторая версия, это более простая. Не бойтесь, я две версии вам расскажу и покажу. Смотрите, что мы делаем. Давайте для начала обучимся более сложной, более продвинутой версии. Берется колода карт, может на самом деле быть полностью перемешано, но это, в принципе, думаю, и так понятно. Что же мы делаем? Мы берем и просим зрителя выбрать абсолютно любую карту. И он ее не вытягивает, он ее не достает, и мы ее вот так вот зрителю не показываем. Он просто дотрагивается, то есть дотронется до вот этой. Мы ее сами вот так берем, выдвигаем, и далее наша задача правой рукой вот так вот ее перевернуть. На самом деле это очень важно, именно так вот, раз, два. Именно для этой версии, для этого фокуса. Мы показываем карту зрителю, то есть семерка крестик. Далее мы ее переворачиваем. И сейчас наша задача вот эту карту, которая лежит именно на колоде, переместить сюда. Как это сделать, все вам сейчас все объясню. Смотрите, у нас здесь такой вот зазорчик пальца 2-3. Что мы делаем? Мы вот этой частью руки правой забираем вот эту карту. Вот у меня уже карта здесь. И я сразу ее веду в левую сторону на вот эту вот часть левой руки. Да? Давайте еще раз. Мы берем просто раз и сразу сюда забираем. У меня карта вот здесь. Давайте эту карту переверну, чтобы, возможно, вам было проще понять. То есть вот эта карта, карта зрителя. Мы берем, забираем раз, сразу ведем налево и подравниваем на эту карту. И переворачиваем. Еще раз давайте. Выбирается любая карта, пускай это будет 6 черви, да? Раз, сюда, вправо, вот показываю, как она ушла, то есть влево. И мы ее сюда заводим, на вот эту карту, ровно. Далее что, подравниваем вот так вот, нашим мизинчиком и указательным пальцем. И переворачиваем вот таким вот способом. Приподнимаем немножечко, показываем, что вот твоя шестерка черви. Разумеется, там пятерка крестик сверху. Еще раз. Любая карта есть. Раз, два. Ой, я уже запутался. Показали, перевернули, сделали. Раз, два, подровняли, перевернули. Семерка крестик. Окей. Положили в сторонку, в левую сторону. То есть, как бы не сюда, вправо, не вперед, а именно слева. Да, то есть, вот, допустим, еще раз. Семерка крестик, кладем ее сюда, слева от вас, возле левой руки. И что сейчас мы делаем? Сейчас мы можем либо сразу сделать подмену, либо, если вы боитесь, можете отсчитать мизинчиком одну карту и поставить ее на брейк, то есть карту зрителя. Семерка крестик – это карта зрителя. Как это делается? Мизинчиком мы отсчитываем, и сейчас мы делаем такую вот подмену. Мы правой рукой хватаем всю колоду, а левой рукой мы придерживаем просто верхнюю карту. И таким образом у нас получается вот такое движение. Раз, два. И создается иллюзия того, что мы переместили, грубо говоря, колоду сюда, а эту карту сюда. И самый важный момент, то, что вот эта карта не должна вот так вот торчать. Да? Давайте еще раз. Допустим, вот какая-нибудь карта зрителя, дама, крестик, мы ее кладем сюда. И если вы сделаете вот так вот, это плохой фокус. Поэтому вы должны именно посмотреть, куда вы кладете карту. То есть вот 9 пики. И видите? Плохой фокус. Как сделать хороший? Хороший делается немножко по-другому. Дама черви. Раз, два. Ну, это уже более-менее. Это и то, видите, здесь карта видна. Я просто смотрю на камеру, или там все хорошо видно, и не могу сконцентрироваться. Еще раз. Давайте. 10 крести. Бум. И показываем, что здесь 10 крестей уже здесь. Давайте пробежимся еще раз по этой версии. Сейчас будет уже вторая версия.
Выбирается карта, переворачивается, показывается король пик. Переворачиваем его еще раз, забираем эту карту сюда. Сюда подровняли, перевернули, показали. Перевернули обратно, положили короля. Здесь у нас уже лежит король, если что. И делаем подмену. И карта зрителя у нас уже здесь. Выглядит очень и очень круто, классно и непонятно для зрителя. Но я понимаю, что многие смотрят, кто только начал заниматься фокусами, а фокус ему понравился, но он понимает, что он его не покажет. Поэтому сейчас я вам покажу вторую версию, она более простая. Как она выглядит? Мы берем колоду, делаем дрибл, нам говорят где-нибудь стоп. Мы подснимаем в этом месте, делаем, класс, поймал карту, делаем двойной подъем. Сразу же, то есть, например, вот 4 пики. И кладем карту вот сюда. То есть просто на двойном подъеме. Да, это не так эффектно, да, это будет не так круто. Но в принципе для начала, как альтернатива данному фокусу, пойдет. То есть положили сюда джокера. Бум! Подменили. Еще раз. Просто делаем двойной подъем. То есть две карты поднимаем. Да? Раз. Либо, в принципе, можем такой сделать двойной подъем. Можем мизинчиком отсчитать. Все зависит от того, какой двойной подъем вы умеете делать. Показали 4 буби, положили ее сюда. И делаем такую подмену. Раз, и сюда кладем. И наша четверка буби, оказывается, лежит здесь. Но многие скажут, что да, вот эта версия круче, и я, в принципе, буду с вами согласен. Давайте мы берем, показываем. Четверочка пик, взяли. Раз, два, перевернули, показали. Скинули. Бум. И она у нас здесь. Это в разы эффектнее. Но я же говорю, альтернативная версия просто сделать двойной подъем без вот этой вот подмены. То есть я думаю, что возможно кому-то будет сложно сделать такую вот подмену. То есть там, где у нас, допустим, одна карта, и мы должны на нее положить вторую. То есть возможно для кого-то это будет сложно. Поэтому я и вам даю вторую альтернативную версию. А если, кстати, вы хотите научиться делать вот такую вот пружинку, и такую большую, красивую, интересную, вы можете посмотреть обучение у меня на канале. Я только недавно снял очень классное, крутое видео с подробным обучением. Ссылочка будет в комментарии на пружинку. Обучайтесь, тренируйтесь и удивляйтесь. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!